Вітаю в ефірі студія «Репортер». Я Віталій Хемій. Вже 15 листопада на Одесу чекає другий тур мерських виборів. Говоримо про підсумки першого туру і про те, що, на що чекати Одесі, одеситам. Радий вітати в нашій студії народний депутат України від опозиційної платформи «За життя» Наталія Королевська. Пані Наталі, вітаю вас. Вітаю вас. Сьогодні така відчутна делегація була в Одесі. Не секрет, з якою метою приїжджали. Розкажіть нашим телеглядачам, Чому був присвячений захід в центрі Одеси на Дерибасівській, в серці Одеси? Ну, во-первых, я очень люблю Одессу, люблю очень одесситов, очень много друзей, очень много сторонников, большая команда. И, конечно, нас всех волнует дальнейшая судьба Одессы. И именно в это воскресенье этот выбор люди сделают. Какой будет Одесса в ближайшее время, каким путем будет развиваться и насколько мы сможем действительно изменить ситуацию. Потому что у нас есть выбор. И выбор пойти путем консолидации, восстановления, наведения порядка, того, чтобы пришли наконец-то профессионалы сегодня, ответственные люди. И мы сегодня вместе с нашей командой приехали поддержать нашего коллегу, нашего большого друга Николая Скорика. Он благодаря поддержке одесситов вышел во второй тур выборов. И, конечно, в воскресенье мы надеемся, что одесситы его поддержат. И поэтому как бы наша и моральная поддержка, и наша командная поддержка сегодня была направлена на то, чтобы обратиться к одесситам, поддержать Николая Скорика, и чтобы в воскресенье этот выбор для Одессы был успешным. Припустимо, що Микола Скорик переможе. Якою ви, депутатський корпус, колеги пана Миколи, бачить Одесу от після 15 листопада? Що насамперед потрібно змінювати, міняти? Якою повинен бути стратегічне європейське місто? На першу чергу, потрібно повернути справедливість в Одесу. Тому що ми всі розуміємо, що за останні 6 років Одеса пережила як трагедію, так и колоссальные разочарования. У многих людей опустились руки, многие перестали верить, что вообще что-то можно изменить. Но в то же самое время за эти 6 лет мы вместе выстояли. Мы вместе, объединив усилия, выгнали Порошенко и переизбрали сегодня новую власть. Не хочу давать оценки, лучше она или хуже, но, по крайней мере, той политики войны, ненависти, агрессии, радикализма, этих факельных шествий, этих постоянных радикальных высказываний, той агрессии, которую мы все пережили за эти 6 лет, это уходит в прошлое. И вот именно в воскресенье есть возможность уже поставить жирную точку в этой политике ненависти, этой политике войны. Потому что мы хорошо все помним, что и действующая власть в Одессе также сотрудничала с режимом Порошенко, также лоббировала его в качестве президента на второй срок. И здесь была проводником этой политики. Мы также видим, что и сегодня многие элементы Порошенко открыто поддержали оппонента Николая Скорика. И поэтому самая главная сейчас задача, это, знаете, восстановить дух людей, веру людей вернуть, уверенность людей в завтрашнем дне. И, конечно, это масса тех хозяйственных вопросов, которые нужно решать каждый день, начиная с дворов Одессы, где нужно наводить порядок, с транспортной развязкой, которая колоссальная проблема. Сегодня это там, неправильная застройка, которая ведется и которая вредит страшно городу. Это, безусловно, и тот социальный пакет, с которым мы четко мы проработали его с Николаем Скориком попунктно. Да, центральная власть, она плюет на решение конституционных судов, не выполняет. Это и поддержка ветеранов, и детей войны, и военных пенсионеров, и многодетных семей, и мамочек-одиночек. Это не выплаты пособий по безработице. Это сегодня полностью антисоциальная политика по отношению ко всем пенсионерам с неиндексированными пенсиями. Это тарифный геноцид, который они проводят сегодня в стране и продолжают его проводить с такой же скоростью, как было при Порошенко. Это ужасная медицинская реформа, которая парализовала систему здравоохранения. Нельзя все решить на местном уровне, мы все это хорошо понимаем. Но если работает профессиональная команда, которая борется за каждую больницу, за каждое ЭКО-место, то можно правильно трансформировать медицину на местном уровне. Если сегодня на местном уровне правильно распределить социальную целевую поддержку нуждающихся людей,
целевую поддержку многодетных семей, мам-одиночек, ветеранов, пенсионеров, детей войны, военных пенсионеров, то, безусловно, можно на местном уровне восстанавливать справедливость. Восстановление дворов. Но четко есть план, который подготовленная программа, где 100 дворов за 2 года Николай Скорик сказал сделать. Показали даже визуализацию. Они вместе с Дмитрием Голубовым подготовили этот проект и готовы взять ответственность и его реализовать. То же самое касается транспортной развязки, при правильной логистике, при правильном сегодня ремонте дорог, строительстве дорог. Конечно, можно уйти от этих позорных пробок, от того, что превратили Одессу особенно в весенне-летний период. Поэтому сейчас очень важно это мобилизовать все возможности и объединить профессионалов в команду. Тем более перед нами колоссальный вызов. Это ковид, это дальнейшие карантины, это проблема сегодня, которая есть у людей. Нет лекарств, нет больниц, нет сегодня надежной медицинской поддержки. То есть сейчас только ответственная команда, которая вот мы специально приехали как народные депутаты, потому что это наша совместная ответственность, что на уровне парламента, на уровне нашей фракции, на уровне нашего взаимодействия с правительством, с руководством Верховной Рады, мы сделаем все, чтобы максимально оказать сегодня поддержку одесситам, Одессе. И, конечно, Николаю Скорику, если ему доверят одесситы, стать мэром города. Что одной рабочей командой, с одной единственной целью – это успешная Одесса. Одесса, которую мы все очень любим, которой мы очень гордимся. Делать ее той настоящей жемчужиной у моря, которую мы видим, знаем, но понимаем, что здесь есть проблемы, которые нужно решить. Еще одно важное вам питание. Мы про это с паном Миколою Скориком говорили. У Одессы, ну, величезный бюджет, так сталося и после позитивного сторони реформи децентралізації, це більш ніж 10 мільярдів гривень. Як раціонально і корисно для міста його використовувати? Тому що були питання до тієї влади, яка ще є в Одесі, не досить якісно. Ми це не відчуваємо. До Одеса мільйонне сучасне місто це не відчуває. Знаєте, треба перестати грабити. Тому що чим більше бюджет, тим більше апетити. И мы же хорошо понимаем, что разница, когда в 10 раз, там, ну, в 6 раз меньше был бюджет Одессы, да, и сейчас, когда действительно есть и доходы бюджета, и возможность его эффективного использования, и показывать результаты, чтобы люди почувствовали, то я так понимаю, что аппетиты ограбить этот бюджет выросли быстрее, чем желание сделать Одессу лучше. И поэтому, если сформировать эффективную власть, прозрачную абсолютно систему распределения бюджета, если наконец-то отодвинуть тех, кто уже последние 6 лет вот присосались к этой кормушке, и завести единую команду, способную нести ответственность за результаты своей деятельности, то я уверена, что одесситы на протяжении года увидят кардинальные изменения. За паном Миколою Скориком є команда не тільки професіоналів, не тільки ті люди, які прийшли до Одеської міської ради, але і команда Верховній Раді. Ми знаємо, що без синергії, без підтримки місцевих органів влади партію в Києві, центральною владою, ну, дуже мало що виходить, ми повинні це признавати. Так, дуже є якісь повноваження на місцях, але без підтримки партії, фракції партії Верховній Раді, ну, не все вдається зробити. Як політична партія «Опозиційна платформа за життя» буде підтримувати свого мера після 15 листопада? Можливо, є низка законів спеціально для Одеси. Колись у Одеси було нормальне лобі, я вам скажу. Зараз голос Одеси, на жаль, останні роки, багато років не так звучить голосно, гучно. К сожалению, сегодня нет с нами в парламенте Сергея Кивалова, потому что он всегда был, знаете, проводником интересов одесситов. И благодаря ему я, наверное, очень и полюбила Одессу, потому что наши первые встречи здесь «Женщин за мир» проходили выездные именно в Одессе, именно в Академии. И для нас это очень важно, сохранить это сотрудничество. И нам очень также важно, что сегодня Сергей Кивалов поддержал Николая Скорика, и они также формируют единую команду. Потому что люди, которые знают проблемы, знают механизмы их решения, уже годами показали алгоритмы решения проблем. Это очень важно, когда они вместе. Поэтому
выстраивать систему лоббизма в Верховной Раде благодаря присутствию здесь серьезных людей в Одессе, как Сергей Кивалов, как Дмитрий Голубов, как лидер Николай Скорик, как Евгений Червоненко, плюс колоссальный эффективный депутатский корпус, который пришел как в городской совет, так и в областной совет. Конечно, наша задача будет это отстаивать их предложения и добиваться принятия этих решений на уровне правительства и на уровне парламента. И я знаю, что такие инициативы, которые уже подготовлены, это касается и Порта Франко, это касается и создания условий для развития колоссального туристического потенциала Одессы, экономического потенциала, потому что мы же все хорошо понимаем, что из Одессы сегодня можно сделать Сингапур, ну я образно говорю, потому что это уникальное место с уникальнейшими географическими способностями, возможностями и с колоссальными профессиональнейшими людьми, которые могут сегодня поднимать Одессу, с колоссальным запасом прочности наших моряков, которые сегодня работают, к сожалению, в большинстве своем под чужими флагами. И сегодня настолько нужно дать условия людям, чтобы они, если уже и работают под чужими иностранными флагами, потому что, к сожалению, украинское пароходство у нас как по факту отсутствует, то их доходы, их лицензии, их разрешения, их возможности были урегулированы на законодательном уровне, чтобы люди чувствовали, что государство за них беспокоится, что это их мэр, который лоббирует и отстаивает их интересы. Что сегодня, если человек даже поддерживает другую политическую команду, то мы гарантируем, что Скорик будет мэром для всех одесситов, и он сможет объединить вокруг себя всех людей и объединить сегодня все те вопросы, которые требуются решения в парламентском, правительственном уровне и на городском уровне. Поэтому наша команда сделает все, чтобы восстановить интересы Одессы и решить эти проблемы на парламентском и на правительственном уровне. Я пригадую пана Миколу Скорика за роботою, коли він був керівником Одеської обласної ради. Він тоді зумів акумулювати різні політичні сили. Також ситуація політична була не одна з простіших, але різні політичні партії заради блага Одещини працювали як один організм. Також в непростий час Микола Скорик очолював Одеську обласну адміністрацію. Можливо, було багато більших успіхів. Ми розуміємо, що було потім. Цей досвід, він знак плюс для майбутнього керівника міськради пана Скорика? Во-первых, Николай Скорик, он одессит в четвертом поколении. Да. Корней волос, человек, который любит, знает свой город, чтит традиции этого города, ну и знает, как у Одессы есть свой характер, да, вот Одесса мама, Одесса объединяет сегодня всю Украину, людей, и я хорошо помню, когда начались боевые действия на Востоке, то первые переселенцы поехали именно в Одессу, потому что, ну, как это, всегда Донбасс и Одесса всегда дружили, всегда были вместе, и сегодня люди также очень переживают, как можно быстрее, чтобы вернулся мир в нашу страну, чтобы как можно быстрее мы восстановили единство своей страны. И тот колоссальный опыт как руководителя областного совета, как руководителя администрации, как народного депутата Украины и как одессита в четвертом поколении даст возможность Николаю Скорику в кратчайшие сроки и сформировать команду, и начинать принимать решения, а главное действовать, потому что обещать, рассказывать, ну, как говорится, ума много не надо, да, а ты дай результат. Так вот, я уверена, что результат он вместе со своей командой, вместе с нашей парламентской поддержкой сможет добиться уже в ближайшие сроки. Ну, та, люди, давайте еще раз запросим одесситов, все ж таки, дотримуючись всех карантинных норм, обов'язково прийти на выборы и сделать свой голос и дать. Конечно, я от имени женщин, мам, да и как человек, который очень-очень любит Одессу, хочу обратиться ко всем одесситам. У нас есть с вами выбор. Выбор в это воскресенье. Какой Одесса будет завтра? Какой, в каком городе, в какой атмосфере мы будем дальше жить? Было время, когда здесь, в Одессе, нападали на меня. Я потеряла часть зрения, когда радикалы установили порядок, можно сказать, на улицах Одессы. Мы все очень хорошо помним трагедию 2 мая. И мы понимаем, что это должно быть расследовано, и виновные должны быть наказаны. Мы также хорошо знаем, что Одесса всегда любит
и чтит своих героев, помнит свою память, свою историю и помнит подвиги великих одесситов. Поэтому у нас с вами есть шанс в воскресенье восстановить наконец-то справедливость и вынести из власти те осколки Порошенко, которые держатся сегодня за свои кресла. Объединяя все наши усилия и возможности, мы сделаем все, чтобы Одесса вернула себе былую славу, стала мирная, любимая и процветающая. Прошу вас, придите, пожалуйста, в воскресенье на избирательные участки. Знайте, что только от вас зависит, какой будет Одесса завтра. И без вас, без вашего участия, вы дадите шанс фальсифицировать выборы, сманипулировать результатом. Но если вы проявите свою ответственность, дадите такую возможность, придете на избирательные участки, тогда, я уверена, Одесса обязательно вернется к лучшему. И я очень вас, конечно, прошу поддержать нашего коллега, нашего друга, надежного человека, с которым мы много лет вместе, Николая Скорика. Я верю, что это будет самый успешный мэр Одессы. Дякую, пані Наталі, але я все ж таки додам, обов'язково дотримуйтесь всіх карантинних заходів. Це не чиясь там примха, все ж таки непросту ситуацію ми живемо, непростий час, не будемо її ускладнювати. Дякую, пані Наталі, успіхів вам, вашій команді. Залишайтесь на телеканалі «Репортер», з вами був Віталій Хемій, до наступних зустрічей в ефірі.